Мне это нравится, Рики. Милая идея. Дома я бы поднялся и позвонил в дверь. Не в эту дверь. Что такое, Джонни? Фредерик Александр? Именно. Во всем Тенанго меньше 5 семей имеют честь пройти в эти двери. К сожалению, мистер Монро, вы к ним не относитесь. Мог бы предупредить меня раньше, я бы не тратил время. Я пытался, но ты не слушал. Уходим, пока мой дядя... Здравствуй, Мора. Почему Рики... Мора, дорогая, позволь представить тебе мистера Монро. Он строит железную дорогу для твоего отца. Как поживаете? Ну, я... Ты остаешься? Конечно, я прошел такой путь. Вернусь через 10 минут. За твоим трупом. Рики, постой. Что? Музыканты нужны? Нет.